Всем привет, с вами Дмитрий, и я вам сейчас расскажу, наверное, нет, не расскажу. Сегодня мы встретились в такой игре странной, которую вы видите надписи Lugaru HD. Ну, игрушка старая, поэтому она не на полный экран, как вы видите. Но игрушка рассказывает нам о... Блин, дальше как я не могу вам рассказать, о чем она рассказывает. Давайте... Здесь есть компания, есть полноценная полностью. Но я вам покажу челлендж АД. Игра сама по себе. Сейчас вы увидите ее. Вот она. Я кролик. Мы деремся кроликами, да? Да, вы поняли. Вот идет кролик. Так, давай. Давай. На, умри. Он умер. Я убил кролика. Не молодец ли я? Ты же пошел нафиг. Оу, как я его... Эй, не смей бежать. О, козел! Так, куда я улетел? Стоп, а куда я улетел? Так, случился какой-то баг в игре. Ладно, тогда перезапустим. End level. Enter. Challenge. Level 1. Перезапускаем его. Так, ну сейчас эти кролика быстро убьем. Ну, давай. Труп. А вообще, давай двоих сразу. Нафиг. Умер. Мертвый кролик, лучший кролик, мертвый кролик. Ну, пинай его давай. Все. Вот наш кролик, и он отхерачил трех кроликов. Побегаем. Так. Следующий уровень. Карта в левом нижнем углу. Да, не в нижнем правом углу. Что-то я ошибся. Так, что, мы уже убили их? Ну, я уже просто играл в эту игру, и я стал каратистом, кроликом. Поэтому мой кролик тут... А, у меня еще и ножик есть. Если вот, да, вот эти там вот справа... Так, кто здесь ходит? Вот, кто-то видит, я вижу первую свою жертву. О, у него... Так. Козел. Сейчас кинем ножик в него, чтобы убить его. Все, убили. Это еще кролики. В нижнем правом углу карта. Там они... Фига. Вы видели, да? Так, отдай мне ножик. Да черт, что такое? Все, убил. И впереди кролик еще один. Так, да. Отдай ножик. Все, ну так. Можно подбирать вещи, при том здесь есть не только ножики. Вот это удивительно. Ну, в общем-то, конечно, это просто развлекуха. Такая, побегать, поубивать кроликов. Интересно же. Ну. Так, пустыня. Это, да. Это кролик, иди сюда. Козел. Отдай ножик. Так. Ну, кидай ты уже. Есть. Так, у нас меч теперь есть. Ой, это волк. А вот волки у тебя могут убить уже с трех ударов. Ой-ё! Видели, да? Ай, собака. Ну, блин. Вот он... Уже... Это уже проблема. Блин. Все, убил. Черт, он козел вернулся. Так. Все. Умирай. Козел. Что же он делает? Черт.
Все, 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 убирай. Есть. Че, еще не мертвый? Нет, все мертвые. Так. Все. Давай, до первой смерти буду. Так, 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 так. О, залезайте, давайте, давайте. Здесь же там, да, там пропасть. Давай, давай, сюда по одному. Ой, я его просто убил. Вот тут уже подсечка Андерсона. Я не люблю их. Пошел отсюда. Ну вот, вот. Что, видите, что делают кролики? Они за подмогой бегают. Они трусы. В одиночку побить тебя не могут, и поэтому... Козел, блин. Урод. Пошел отсюда. И ты... Ну, прыгайте, давайте, 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 по одному. Блин, собака, не пинайся. Блин, я, блин, не хочу умирать. Так, поднимай ножик, поднимай ножик. Ай-яй. У него ножик в руках? А вот это уже опасно. Ну, фу, я его убил. Так, я молодец. Ножик. Так, давай, все. Вперед, по-моему. Да. Следующее, так, следующее. Ой, у нас тут там толпа, нам с... 4 кролика в центре. Ну, наш кролик, конечно, бесценен. Он... Чё за фигня? Да чё было? Чё было, кролик? На тебе голову. На еще один. Контрольный давай. Блин, промахнулся. А нет, все нормально. Чё, подойдет тоже? На тебе. Ну давай, давай, давай. На тебе в голову. Блин, ну скоро же убежит. Вау, как он улетел. Ненавижу летающих кроликов. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Так. Здесь, кстати, вот мы. Здесь игрушка не просто так. Здесь такие можно бинты делать. Блин, ну они там четвером собрались, четырьмя уже сложно и правда играть. Драться. Ну вот справа, конечно. Ну вот все, он подбежал за подмогой. Вот собака. Лучше, конечно, его назвать кроликом, но. Короче, тот еще козел. А, там никого нету, да? Блин. Ну ладно, с тремя еще могу справиться. Давай. По одному. Козел, 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 козел. Так, минус один. Эй, это тоже по подмогу побежал. Ой-ой-ой. Блин, вот три кролика опять. Ну, то есть не опять. Ну, вот, если от двоих легко еще более-менее можно защититься, то трое уже начинает просто избивать. Вот-вот-вот, я о том и говорю. Поэтому надо как-то по отдельности их выносить. Вот он, собака. Так нечестно. Это был запрещенный прием. Черт, смерть. Ну ладно. Игрушка называется Лугару. Такая веселенькая, побегать за кролика. Я типа здесь глаз. Убивает кроликов. Плюс там есть полноценная компания, правда, которую я не играл. Я люблю просто избивать кроликов. Был с вами Дмитрий. Посмотрите, если хотите, поиграйте в Лугару. Всем пока.